Вы посмотрите, это же маленькие детки лампочек. Смотрите. Какой миленький. Как будет пышно моя лицо. А вот и контейнеры пошли. Детки контейнерные. Выглядит рай. Ой, ребят, всем привет. Сегодня суббота, я не выспался. Утром рано проснулась Ника, начала скрептись, проситься гулять. Я не знаю, как она так делает, она только выходные знает, видимо, или понимает, что мы дома, и мы можем ее отпустить. Но мы ее никогда утром не выпускаем, поэтому я не знаю, что она так просится. И вот я не выспался из-за этого, прям вообще. Потому что я вчера позже лег. Ну, я же думал, выходной, посплю подольше. Поспал подольше. Да. Привет. Доброе утро. Я проснулась позже Ильнура, конечно же. Но сейчас мы будем завтракать. Сейчас будем пить кофе и чаечек, да? Да. И у нас вот почти всегда так, у нас, короче, чайник стоит рядом с кофеваркой. Мы кофеварку купили. Это еще одна этот. Новинка у нас дома, да. Ща. Вот она. Прикольная. Redmond. Капельная кофеварка. Если любите кофе, это прям вообще вот тема-тема. Насыпал кофе, налил воды, нажал кнопочку, и она готовится. А еще здесь таймер есть. По которому она включается автоматически. Еще можно ставить, да, время, которое вам нужно с утра, например, там. А, 7. Будильник, да, будильник. Да, таймер, с будильник. Вечера поставил, и он тебе всем начнет готовить. Да. Вообще классная штука, короче. Я ставлю обычно будильник, и он в 7, а нет, в 8 утра начинает готовить кофе, в 8:05 уже готов. Вот. И как раз пока я там проснусь, пока встану, пока все то, свеженький, тепленький, горяченький кофе меня встречает. Вот такая вот дело. Просто офигенно. А еще освещение такое классное из окна. И прям все мои прыщи видно, обалденно. И этот бороду. Мы на полу сидим. А еще тут предложение появилось. Короче, мы сегодня, наверное, поедем в Икею, да? Да. Не за покупками, не за чем-то. Не, так просто прогуляться. Не в Икею именно, а в этот, в Мегу. Потому что в Казани есть магазин Мега, в котором как раз-таки... Не магазин, а торговый центр Мега, в котором как раз-таки всякие там Икеи. Потом что там еще есть? Блин. Там всякие магазины одежды, левисы разные, флевисы и еще там какой-то этот есть. Уби там есть, вот. Вот, мы, короче, там погуляем все это, наверное. Сейчас вот уберемся, чаек попьем, покушаем, наверное, чтобы... Соберемся и пойдем. Да. Может, даже помоемся, да? Помоемся. Да, помыться надо уже. Да. Вот, сходим, короче, погулять, потому что давно не выбирались из дома просто погулять, блин. Мы не за покупками, мы просто погулять. Просто посмотри, какую лёпочку. Дё. Я знаю, что многие из вас хотят её таких увидели. Ой, какой пупсик! Какой лёпочка. На самом деле, вот думаешь, что, блин, как же классно, что у нас есть собака. С другой стороны, думаешь, блин, если бы этого гада не было, бы был намного меньше проблем. Но это классно, когда у тебя в доме есть собака, серьезно. Ты заходишь домой с работы, она тебя ждет и встречает. Она тебя любит. Она тебя любит не просто вот это вот, ну, типа, я тебя тоже люблю так-то. Нет, она тебя реально любит, она за тебя жизнь отдаст, блин. Она под пули готова ради тебя прыгать. Ну, не этот, конечно, этот, скорее всего, убежит самый первый, да. Но когда стучатся в дверь мы дома вдвоем, он начинает очень яростно лаять. По возможности... Не часто, а прям завывать так. Да, по возможности он старается нас защищать. Потому что даже когда вот в подъезде кто-то ходит, или когда в подъезде кто-то вот шумит, там стучит, пинается, не знаю, еще всякие вещи делает, он начинает уже этот, да. Такой типа настороже стоит.
Слышь, какого хера? Че ты там делаешь? Офигеть, там кофе наварилось. Я стоп не выехал. Это моя территория. Слышь, ты на кого свои булки крышишь? Да, вот именно вот так вот все происходит. В общем, по-моему, чайник вскипел, кофе приготовился. Сразу два стакана. Алия кофе не хочет, сказала. Да? Посмотри, какой пупсик. Мы бы взяли бы его с собой, если бы погода на улице была бы чуточку получше. Потому что там сейчас мокро и... Ага, с собой помеги таскать на руках, что ли? Супер. Знаете, да, что точно. Я хочу? В этих каких-то странах, я не помню, недавно читала, там есть вот в торговых центрах, есть же как для детей, типа, ком-то, есть для собак, где их смотрят, ты оставляешь, ходишь по центру там, гуляешь, покупаешь, что тебе нужно, потом приходишь и забираешь просто. Идеально! Вот что я хочу. Но у нас так никогда не сделают, потому что собак не считают такими уж прям. Короче. У нас вообще животных не считают за живых. У нас животные это как просто какой-то аксессуар. Ну сбил ты собаку или кошку на дороге и вообще плевать всем. Просто взял в стороночку на бочок, убрал и все. А в Европе, ну реально же, собьешь какое-нибудь животное, и тебе, ну, в лучшем случае тебе дадут штраф какой-нибудь. А в худшем случае, если это какое-нибудь вообще домашнее животное или какое-нибудь редкое животное, то там вообще можно уже целый срок слопать. Получить срок целый. Ну, там они по-другому. Ну, реально, вообще по-другому, тоже. Да. Там у животных вот реально есть какие-то права. А здесь, в России, ну, есть, но не прям уж так как-то это. Ведь как бы пофиг уже, реально. Сдохла кошка, ну и ладно. Вон мусорку положила, все. Не знаю. Не как к живым относится, короче. Это. Не знаю, я вот когда вижу на улице, хоть вы говорились. В Казани не так много блуждающих собак, но когда на краю бываем в Казани, там видно же, или даже здесь, иногда бывают ходят собаки там, или кошки, мне так их жалко становится. Люди, вы поймите, что я сказал, ну, не даже... люди относятся как не животным, а к аксессуару, а само государство к животным относится как к аксессуару. То есть у животных прав, ну, права как бы есть, но они не такие. Это просто там какие-то элементарные, типа, не мучай. Ну и то, как бы, вот бомжи, например, ну мучают же собак. Мучают. А что им будет? Ничего. У нас вот в Лениногорске на станции, ну, много чего с собаками происходит. Там им и хвосты просто отрезают по приколу. Детишки могут воду из шприца, там, не знаю, в живот вколоть. И как бы вообще пофигу всем. Они просто сидят, ржут. Я это видел много раз. И не только на собаке, еще и на лягушках всяких и кошках. Да. И ничего им не будет. Ну это же дети, ну это же собака, что их же миллион же. Только на станции их там 100 тысяч бегает. Вообще бред какой-то. Это живое существо, блин. Вон, посмотрите просто, она смотрит сейчас на нас, она чуть ли не плачет уже. Вон, вы посмотрите просто, как вот это вот маленькое существо, как вот этот вот комочек счастья можно вообще как-то обижать, а? Можно, конечно, его поругать, иногда приходится ругать, если не ругать, это не воспитание, это правильно. Но чтобы мучить, это, я не знаю, как-то... Рука не поднимется, что? Да, я не могу, например. Кстати, знаете что? Мы уже наснимали 5 минут. Так что у нас остается где-то 15 минут на 2 дня. А, ну за сегодня как раз-таки наснимаем. Завтра мы будем отдыхать, весь день спать. И как раз получится влог 20 минут. Да. Ладно, пошли. Да, пошли. Все. Давай, сможешь дотянуться? Так, на пучки. Давай, как ты будешь тянуться? Сидеть. Дай лапу. Другую. Зайчик. Ух ты, какой ляпчик. Лежать. Сидеть. Что там еще было? Угадай, не сможет сделать. Угадай, сейчас не сможет. А, сможет ждать? Интересно, если косточку положить. Ну-ка, сидеть. Чепик. Жди.
ее положить-то? Вот так. Она не держится. Это сложно. Жди. Жди, чапи. Можно? Можно? Она падала просто, он не смог поймать. Кто он еще много знает команд просто с косточкой, это невозможно. Да, и многие говорят, что такие косточки давать нельзя. Но на самом деле мы их не часто даем, мы совсем-совсем иногда даем. Ну, вот. Все-таки он же... Ну, да. Раньше, если так подумать, то вот, которые были собаки, им постоянно косточки давали, ничего с ними не случалось. А еще знаешь что, короче, этот... Еще они кушали конфетки шоколадные, я помню, давал, и чё? Уличные собаки до сих пор же кушают. И они как бы живут лет по 15, так что... Не знаю. Правда, неправда, не знаю. Да, ну, на всякий случай мы, короче, стараемся не давать трубчатые кости, особенно куриные всякие. Вот. А так уж иногда даем, потому что он все-таки с таким удовольствием кушает, это, наверное, вкусненько для него, он прям такой... Не, и верно, потом он радостный. Точно. Он потом еще радостный. Когда не разгрызал косточку. Да, разгрызал. Ну, вот. Но я свежую разгрызал, а не вот такую засохшую. Ну, о, слушай, что. Да. Знаете, как приятно? Ну, с одной стороны, приятно, с другой бесит. Когда ночью перед сном ты такой вот ложишься, и чапик убегает на кухню, и вот это вот на весь, на всю квартиру. Оранжевое жрет, при том, что он берет его в пасть чуть-чуть, идет либо в коридор, либо в зал и хрустит прям себе под ухом. Да, он не любит этот один в комнате находиться. На вот на кухне он не особо любит один находиться. Он придет быстренько, попьет водички и убежит обратно туда, где мы. Угу. 6 минут, уже 7 минут мы записываем видео. Все, давай, пошли. Хорош. Мы доели. Позавтракали. Да, мы сейчас будем мыть полы. Ну, Алия будет мыть полы, а я буду их пылесосить. Ну, вначале, конечно, пыль протрем. Короче, сейчас убираться, в общем, да. Не надо это все. Этот. А вы заметили разницу между записью вот этого звука и вот этого изображения и вот этого? Вообще, вот заметная разница, нет? Или может это мне только так кажется? Кстати, вы заметили вообще, нет? Вот то, что я снимала до, какие у меня видео были, какого качества и как они звучали, и как сейчас. Потому что, походу, никто ничего не заметил. Потому что быть такого не может, что мы же с вами в разных местах находимся. Да. Может, вы подумали, что я на его телефон снимаю, но никак это не... Слово не могу подобрать. Никак это невозможно? Никак невозможно, ладно, пусть так будет. Короче. Внимательнее, короче, очень. А может мы просто когда-то говорили, или они в Инстаграме видели? Ну, не знаю. Может быть. Короче, Алие этот телефон подарили кто-то. iPhone XR белый. Кто это вот мог быть, а? Любовник, наверное. Да, я готовлюсь просто. Куда? Готировка. Да? А что, серьезно, любовник? Вот он мой любовник. Аля, цвесосик. Это как собака учится. А, мы забыли вам, знаете, что показать? Мы забыли вам показать, что еще Чапи умеет и что Чапи практикует и что Чапи делает. Сейчас покажем. Не-не-не, не покажем, не сможем. Ты хочешь. А, ты хочешь этот? Печеньки. Угадай, что ли? Печеньки. Ты угадай? Печеньки! Че, печеньки? Ты имеешь в виду угадай? Ну, дам другие еще. А я-то имел в виду, типа, жди. Ну, когда миску даешь, вот это. Давай, ой, блин, ладно, все пофиг, да. Сейчас. Так, давай, Чапи. Подожди. Я сейчас. Руки спрячу. Выбирай. Как ты выбрал? Я же спрятала за спину руки. Это нечестно. Давай еще раз. Давай в ту же самую руку. А, не в другую. Ха-ха. Точно?
Точно? Ты уверен? Лошара, лошара. А он так, он уже собирался другую выбрать. А, уже все поздно. Ты ближе руки ставь друг к другу. Выбирай. Нету. Ваш Петина, смотрите перед другую. Да, подождите. Хитрюшка. Выбирай. Я меняю каждый раз руки. На уши, на. Молодец, Чапик, молодец. Давай, прыгай. Прыгай. У меня уже голос сделал. Прыгай. Ты зубы показываешь. Прыгай. Молодец. Вы видите, как он зубы начинает показывать. Устал уже. Я все сделал. Так, стоп. Сидеть. Все, он увидел, где печеньки ты хранишь. Сидеть. Сейчас как кунг-фу панда пойдет, пока нас не будет. Сидеть, Чапи, сидеть. Жди. Жди, Чапи. Жди. Иди ко мне, быстрей. Какой ты молодец. Держи печеньку. Лови. Нет. Сидеть. Лови. Да господи. Смотри, не берет теперь. Ну конечно, ты же забираешь. Лови. Молодец. Неужели? С 500-го дубля. На самом деле, он еще какие-то команды умеет делать, но мы как-то это забыли. Помню, когда только взялись, начали его учить. Прям, да. Ну не сразу, конечно. Но начали учить, а потом такие... Самые первые команды мы просто вот эти вот научили, которые самые необходимые, типа вот фу, нельзя, жди и сидеть, лежать. Стоять он так и не научился. Нет, он так и не научится, наверное. Да. Это слишком сложно для него. Во-первых, он ленивая задница, потому что он постоянно, когда что-то делаешь, он сразу начинает так сидит и ждет, когда ему вкусняшку дашь. Вот. Если кто-то из вас сейчас подумал, типа мы дрессируем этот... для цирковых трюков. На самом деле дрессируют-то не для цирковых трюков, не для того, чтобы он в цирке выступал или чтобы что-то умел. Но для того, да, не для конкурсов. Он воспитывается именно. Он учится командам, он учится слушаться хозяина. Вот зачем учит командам всяким. Вот. Но раньше, короче, меня слушался, а сейчас меня не слушается. Сейчас слушается только Алию. При том, что еще... Блин, вообще, почему он только тебя слушается? Меня он вообще не слушается. Раньше он меня слушался тоже, как бы и Алию, и меня одинаково. А меня сейчас вообще не слушается. Хотя я ему точно так же в таком же количестве, как и Алия всегда. То есть вообще утром я его кормлю. Так-то утром я тебя кормлю. Это я тебе говорю, жди, можно, Можайская. Да, я говорю, что на меня смотришь, хвостом машешь, конечно. Это ты что, что хотела сказать-то? Ой, я забыла. Из-за твоих слов забыла. Но я вспомнила то, что как бы, когда он что-то творит, Ильнур его ругает, и я ругаю, я и голос на ногу повесить, и шлепок ему вручить. Но меня, может, он сильнее боится того, что у меня голос, типа, этот... Вообще-то у меня сейчас голос очень хорошо звучит. Нет, ну у меня же, видишь же, голос, типа, ниже. Может, ну, страшнее тоже... кажется, я не знаю. Ну, может, то, что знаю. Я больше тебя и сильнее, может, за это он чувствует, за себя мужского. Не сильнее, спросила я себе, что ты. Все, пошли уже убираться, блин, уже. Полчаса уже. Еще, знаете, что меня прикалывает, когда... Ты мою голову наполовину сделал. Ты хоть смотри, держишься. Нет, если ты выше меня, не значит, что я тоже такого же роста. Меня прикалывает, да не ори, ты мне в ухо. Меня прикалывает, когда я захожу домой после работы. Он приходит, начинает, раз я его потискаю немножко. Вот он такая, я говорю, все, иди, и он уходит, прикинь. Уходит. Вот это вообще, я не учила его этому. Я просто каждый раз так делаю, и он... Сейчас просто, когда я говорю, все, иди, он уходит. Я тоже так. Когда Алия дома, он выходит меня встречать. Ну, когда Алия дома, а я прихожу домой, он выходит меня встречать. Когда я первый домой прихожу, он не выходит меня встречать. И вот, когда он выходит меня встречать, он такой прыгает радостно, такой, еще описаться может, кстати, да-да. Не может. Его быстренько... Нет, он не всегда описывается. Вот, я, короче, его поглажу, потом, все, давай, иди. И он разворачивается, убегает. Это
Это я его научила. Я не знаю, как ты это сделала. Я не знаю. Все, пошли убираться, уже еще 3,5 минуты. Короче, этот влог выходных дней, выходного дня, вообще будет, наверное, долгий, длинный, да. Но вырезаешь, что ли? Вообще, Фуфел Шмерц написал, типа, может, влоги будете по 10 минут делать? Не, не прокатит, Фуфел. Как записываем, сколько записываем, столько влоги и будут. Мы не будем стараться как-то записывать под определенное время. Запишем 5 минут, будут 5 минут. Запишем 30 минут, будут 30 минут. А 20 минут, мне кажется, это нормально. Тем более 20 минут для продвижения хорошо. Это он выпрашивает. Нет, он так лежит, печеньки. Смотрит на нас. Ну тут вообще ни хрена не видно, конечно. Песеньку хочешь? Хочешь писеньку? Писеньку, писеньку, писяйку, хочешь, писяйку, хочешь. Чапи, зачем ты ко мне так прижимаешься, а? Ну, чтоб ты его жопу погладил. А, ну ты хочешь, чтобы твою попу погладил? Дэзи. Чапик. Давай, вставай. Слушайся, иногда меня лятно, тебе писеньку дам. Писеньку дам, Чапик. Лови, лови. Сидеть, лови. Не, не поймал. Ладно, молодец. Молодец, черно прошлой команды выполнить. Раскрошил всю печеньку, дурында. Ильнур уже пропылесосил, и пока мыла туалет, ванну еще не успела помыть. Ну, в смысле, не полы, а сами ванны и туалет. Потому что Ильнур сейчас там мешок от присоса моет. Без очереди. Вот. Пыль протерли уже. Ой, у меня тут тушь, оказывается, под глазом. Извиняюсь. Хотя я стирала. И умывалась. Странно. Ну ладно, ничего. Бывает. А мы дальше убираться пошли. Так, Ильнур сейчас в душе. А я пока сейчас накрасилась. Вроде нормально. Но глаза вообще прикольно получились. Все прыщи скрыть все равно не получилось. Но хоть получше стало, мне кажется. Сейчас буду сушить голову. Вот. А, грызи, грызи, Чапик, а грызи. А, какой. Что, тебе пофиг, что ли? А ему пофиг. Ну-ка, а если окину? Отпусти! Смотри, ты еще и принес. Не боишься фена, что ли? Ты когда фена перестал бояться, а? Мы вышли и идем. Да, тут такая каша, все мокрое под ногами. Да, а еще мы думали, что на улице тепло и шапки не оденем. Ага. Потом подумали, что нам же... Ну мы же не через 5 минут домой зайдем. Мы же все-таки через какое-то время домой придем, а скорее всего часов... в 9 или даже позже, а там точно будет прохладно, и решили все-таки шапки одеть. Не, а не здесь этот. Уже холодно. Да, здесь, оказывается, вообще холодно. Вот. Мы, короче, идем. И знаете, я так подумал, влог, наверное, зовется типа мега-выходные или мега-прогулка. Угу. Как-то так. Для... Ну, это не прям мега, но, знаете... Нет, в смысле... Мы обычно... Да тихо. Мы... На выходных обычно вообще не выходим, а для нас это мега прогулка, потому что мы не выходим никуда. Ну я не из-за этого же. А из-за этого. А я из-за того, что мега, типа, торговый центр называется мега. Вот ноги, смотри. Да. Все, мы идем, короче. Мы сейчас идем такие, Алия. Лужа. Осторожно, там лужа. Лужа. Вон еще лужа. Это все потому, что я недавно пришел, у меня ноги мокрые были. И она теперь переживает, что я по лужам хожу. Не то, что по лужам, а он тебе потом промокнет, заболеешь. И вообще мокрыми вот. Ногами ходить, потому что так неприятно, что... Ну да. Так делает. Согласен. Я так-то по лужам и хожу, это просто вот снег такой, видишь, он мокрый. И обувь не протекает, просто снег попадает в те места, где есть... отверстие. Например, вот замок. Я вообще не люблю обувь с замком. А сейчас не найдешь обувь без замка. Дешевле там, допустим, не знаю, 1005.
из какую-нибудь итальянскую, 1006, наверное, из кожи свиньи какой-нибудь можно взять. Надо на липучках. Нет, я на липучках тоже не люблю. Я люблю шнурки. На липучках можно кроссовки взять. Военные же ботинки. Берцы. Да, можно было. Может, нужно будет в следующем году взять. Ну а что, удобно? Удобно. Правда, конечно, придется их как-то заправлять, не знаю куда. И если обувь снимать, то это все. Ждите меня завтра. 200-й час стоим, ждем наш автобус. Хрена, миллион. Представляете, проехал 2.33, 2.60, там 75-е всякие. А 46-го, который нам нужен, нету. И вообще, уже 100 штук автобусов проехало. Да. И ни один не наш. Капец, блин. А, капец, доехали. Да, наконец-то. Ужас, столько народу в автобусе, еще так долго его ждали. Народу, вот, серьезно, мы как спагетти, блин, не спагетти, а как их? Шпроты. Как шпроты, почему спагетти? Мне тут за задницу вообще лапал всю дорогу, блин. Это я была. Да? Да. Ой, блин. А то там рядом мужик стоял, я поэтому что-то как-то не знаю даже. Мне было стрёмно, короче, говорить, типа, кто меня там за задницу лапает. Поэтому я такой, типа, про это молчал. Вот. Мы кричали. Там народу дохрена. Все, мы пошли. Мы чуток заблудились. Если... Заблудились. Да. Мега — это как маленький городок какой-то. Лениногорск. Да. Только очень красивее. Мега — это Лениногорск, этот короче. Красивее. Мега красивее? Конечно. Ну, Лениногорск — это город, а это просто торговый центр. Ну, мы, короче... Мы сейчас сравним с Лениногорском. Не туда повернули, и теперь мы проходим по второму кругу. То же самое все. Нет. Вот. И на деле... Тут гулять бессмысленно. Мы просто ходим, короче, смотрим налево-направо, какие вообще где какие вещи есть, какие магазины. Ну и цены попутно. Вот. Да. А еще мы зашли попить купить. Да. Ну потому что капец, жарко стало уже. Смотрите. Какой миленький. Какой толстый. У них не у всех глаза есть. Да, я знаю. Они разные, но это самый милый. Смотри, я хочу их. Они такие классные, такие яркие. А вон чуть посветлее. Вода. Какая красота. Красота. Ребята, это же волшебная палочка. Кто обронил? Писька от Валерика. Да. Ну чего это штука? Это втыкаешь землю и там это. По ней лоза там какая-нибудь. Орхидеи написано. Ну да. Алия хочет себе коллекцию кактусов устроить, сделать. Короче. Поэтому мы зашли такие. Знаете, необыкновенно, не просто, а может форму или цвет, я не знаю, короче. Да, два маленьких круглых, один такой длинный. Сними это, Эльнур. Как выглядит прыщ на моей лице. Картина ваша просто. Ну, здесь, короче, небольшая коллекция кактусов. Это чувак? Это волосы такие. Волосы, да. Цветами красивыми. Вот зеленым и вон там с розами красивыми. Тут все. Вот. А, да. И пушистенькие. Как будто бы не пришельцы какие-то. Это что такое? Смотри. Такое. Покажи пальцы. Вот это. Ты что? Кактус. Взяли оттуда кактус. Он растет, но... Золотой, что ли? В смысле, это крашеное, наверное? Крашеное, но это настоящее. Ну, настоящее крашеное просто. И зачем? Оно же потом вырастет обычно, да? Да. Ты будешь заново докрашивать. Кактус. Как выглядит рай алини. Да, ну... От ней цитрусовый, короче, смотри. Всякие кумкваты всякие. Это вообще что такое, алия? Смотри. Тыква на дереве. Класс.
Супер. Красиво. Просто. Да. Ты снимаешь? Смотрите, это же этот у бабушек обычно есть такие в деревне. Они еще так пахнут, когда трешь листья. Угу. Каким-то помидором или чем, я не знаю. Смотри, вон дальше вот это дело. Цветочки, у которых сами цветы, наоборот. Растут. Типа, в смысле... сердцевина вниз может. Да, как типа, вот этого. Нормально. По ценам нормально? Да. Ну да, ролечки прикольные. Я бы купил. Вон они. Я бы завел вон бы ролечки. Вон они вонючие. Да. Их, наверное, не... Ой, смотри, какая неловкая. Такие красивенькие. Вообще, смотри, еще столько много. Вон, здесь и белые. Маленькие, смотри, оранжевые. Красненькие, оранжевые, желтые, смотри. О. Слушай, Алия, смотри. На камеру, на экране кажется, что они прям вообще мега желтые. Да. Они реально светятся? Ну не прям уж так ярко. О. Ну блин, ну вообще красиво. Ну ярко так-то. Какие маленькие. Они не то что белые, они какие-то кремовые, не кремовые, не знаю. Обожаю розы. Я тоже люблю розы и сирень. Ну, сирень мы не найдем. Сочетание такое. Сирень мы точно не найдем, ну, а вот сирень розы. Сирень уникальна, зато только на дереве нигде не продается. Да. Как и я. Тоже на дереве нигде не продается. Вы посмотрите, это же маленькие детки лампочек. Это мило. Почему это так мило? Это же всего лишь лампочки. День номер 153. Провизия закончилась 3 дня назад. Собаки. Собаки. Где ты живёт уже? Ну, как только видео записываем, что только не происходит. Да. Просто вот дома, не дома, а где-нибудь попробовать тоже так позаписывать постоянно. И то человек тебе, то толпа идет какая-нибудь. То вообще смс-ка да. придет на этот же телефон, либо вообще позвонят. Либо ты подскольнешься, шлепнешься лицом. Да. Это прямо этот. Об этом я не знаю. Или идешь, ты же не имеешь, что по ногам в лужу, как по колено наступишь, блин. Или в говно. Жизнь удалась. В чапиках. Да. Это вообще нечто. Кто так болтает там на музыка весе. Вообще играет, кстати, которую нельзя добавлять в видео. Ну, как бы именно вот эту. Теперь можно. Звук тишины. Почти. Да. И не считая болтовни какой-то шуму. Смотрите, что это за фейс? Покажи, какой кошмар. Это типа, когда ты купила новое платье, тебе надо поехать в деревню к бабушке, типа, покрасоваться, и тебе просто там, знаешь, нечего одеть, ты берешь дедушкины ботинки, потом эту старую бабушкину, вот эту, типа, кожанку, я не знаю, да? Это пальто? Нет, это кожанка, он вести. Это, знаешь, что это дедушкин пиджак, кожанка. А, да, точно. Бабушкин платок, и эти сережки из 80-х, или какие-то такие большие кудри, которые, да. не знаю. А сумку я даже без понятия, что для очков, которые я просто цепочку подцепила к ней. Бывший короче. Тубус. А, знаете, это, короче, раньше mm-hmm. были эти-то такие сумочки, в которые эти сували. Как его? Термосы. Mm-hmm. Кофейные. Mm-hmm. Тогда максимум аккумулятор, если он полез, то маленький. Да, и телефончик маленький. Какой-нибудь айфон. Нет, айфон 11 простой, ну не как не про. А теперь у нас квест «Найди ресторан Икея», потому что там есть туалет. Я другого просто не знаю. Очень легко определить, где находится Икея. Смотри в ту сторону, откуда идут люди с акулами. Да. Серьезно. Я не знаю, тупизм какой-то. Зачем эту большую акулу покупать? Что-то прям какая-то мода. Мы за сегодня человек 50, наверное, уже увидели с этой акулой. Тоже пойдем купим ее, да? Нет, я лучше пойду вон ту тележку с крысками куплю. Целую тележку с крысками. Прикольные, они такие лапочки. Да, и будешь в ней купаться. Не в тележке, в смысле, в крысятках маленьких.
не живых есть что, а то что подумаете. Неужели мы нашли выход? Да. Я надеюсь, ты понимаешь, что мы шутили насчет того, что потерялись. Там на самом деле не так уж и легко, точнее, да, не так уж и легко потеряться. Там все очень понятно. Особенно, если ты не в первый раз. Да. Если в первый раз, да. В Икее особенно. Внутри да. Можно потеряться. Можно спокойно потеряться. Ну, мы просто, короче, погуляли, посмотрели, что там есть. Мы и так знали, что там есть, мы просто погуляли. Ну, какие новинки, там все равно новые да. Появляются. Да. И вот мы узнали, что музыкальный магазин, магазин музыкальных инструментов, точнее, закрылся. Жалко, хотели зайти посмотреть что-нибудь. Mm. Может, там что-нибудь нужное даже было бы. Либо хотя бы прикинуть цены какие на инструменты, чтобы могли сравнивать. Вот, сейчас пытаемся найти, с какой стороны нам... Хотя не пытаемся, я уже вижу, куда нам нужно. Мы, короче, поедем обратно на трамвае. Потому что, ну его нахер, ждать автобус... Три дня. Часа. Да. А потом еще как шпроты. Даже хуже. Еще и едешь долго. Даже хуже, блин, я не знаю даже. Трамвай намного проще. Еще лучше было бы, конечно, метро. Но до метро здесь очень далеко идти. Ну, так что мы поедем трамваем. Да. Должно быть наоборот. Ну, говорят то, что в 2022, что ли, 23-м. Ну, короче, в 20-х откроют здесь где-то станцию метро. Прям вот совсем недалеко отсюда. Вот, это еще одна ветка будет в Казани, следующая, то есть вторая. Надеюсь, будет удобно. Хотя к тому времени, возможно, у нас вообще будет машина. Надеюсь. Тем не менее, удобства все равно появляются какие-то. Сейчас видели, как парень с подворотами быстро-быстро-быстро не идет. Подвороты, у него просто спортивные штани. Штани такие спортивные. Облегающие племя. Да, и коротенькие. Но бывает, что лодыжка открыта была, типа мода, петушковые все дела. Вот. Я говорю, он быстрее бежит, потому что ноги просто по-любому же. Он так реально быстро идет, прям шагами такими семимильными. По-любому ноги мерзнут. Вот. Никак по-другому, да? Угу. Ладно, летом так ходить, но блин. Ну да. Зимой это прям вообще. Хотя сейчас зиму-то зимой не назовешь. Но все равно холодно, как бы шапка в зиму. Я до сих пор в зиму хожу. Я тоже. Ну и как бы мне даже вот в нормальных брюках прохладно. Некоторые пальто начали одевать, это как бы... А еще без шапки ходят. Не, ну красиво, чё, красиво. Вообще красота просто. Мне так нравятся эти лампочки, как в примерке. Мне тоже прикалывает. А еще мне вообще вот это вот место нравится, вот этот парк. Он летом вообще, наверное, весь зеленый. Мы с ни разу не были. Угу. Примерно вот так вот все это выглядит. Алия все ищет магазин какой-нибудь. Да блин. Смотрите, какие горки. Просто вообще прикол. Иди прокатись. Я хотел бы. Прикольно. Алия все недовольна. Да холодно. Блин, еще и скользко. И холодно, и скользко в натуре. Здесь, короче, все тропинки, они этот, во льду. Потому что еще этот лед пересекается вместе с лужей, блин. То есть не поймешь, вот в одном месте, вот здесь уже лед. А до этого были лужи, как-то, не знаю, может под землей теплотрасса какая-то идет. А этот парк все еще продолжается. И продолжается та же самая тропинка. Мы на самом деле уже минут, наверное, 10 идем, да? По этому парку. Он такой длинный-длинный, между двух каких-то спальных районов. Ты знаешь, если ты шлепнешь, то я должна... А тут мокро еще, так круто, вау. Да, мокро, твердо, это же плитка еще. Не просто плитка, это же этот целый такой этот кусок керамики, блин. А, здесь батуты, смотри. Да. Прикольно. Полу. Они такие. Да, вообще прикольно. Да не, ну да, они, в смысле, привязаны, они, по-моему, зацепились. Это шарики, короче, красные какие-то. И один белый. Да, странно. А вон там вот спереди небольшой... Площадка для выгула собак. Да, небольшая площадка. А вот спиц бежит. Где? Вон маленький спиц бежит. Прикольно. Задница, похоже. У хаски. Пропеллеру задницу у хаски, или я говорил. Ну, она вообще бешеная какая-то. Так бегает, а остальные собаки не так. Да. Он же вообще... Смотри, бесится. Пошли.
А мне прикалывает этот район. Здесь, короче, между вот этих вот двух спальных таких небольших каких-то микрорайонов вот длинный-длинный парк, в котором, кстати, много чего есть. И спортивная какая-то зона, и там сцена небольшая. И вот эти всякие красивые места, типа растения, там деревья какие-то, всякие эти скамейки. Да, короче, там вообще много чего только нету. Даже небольшой этот футбольный корт, что ли, как это назвать, я не знаю, две ворота, короче. А? Он закрыт, наверное. А, да. Этот, и зона, блин, для выгула собак, вообще прикольно. И парк, и вообще райончик. Здесь при том, что еще все есть, в принципе. Только я больницу не видел. Ну, она, наверное, не нужна здесь. Недалеко, по-моему, есть какая-то. Блин, ну прям классно, мне нравится. Ребят, помните этот батарейки? А вот и контейнеры пошли. Детки контейнерные. Мы только зашли домой. Алия перец занюхала. Не обращайте внимания, просто нос почесала. Вот. Да. Хорошо, мы... так что-то спать захотелось, не знаю. Да, мы такие шли, думали, типа, сейчас придем, сделаем это, сделаем то, зашли домой, такие. Ну. Да. Но мы, тем не менее, все равно сейчас будем отдыхать, наверное. Сегодня посмотрим. Вторую часть «Железного покушаем, потому что кушать охота. Чай попьем и будем «Железный человек» смотреть, да? А еще... Чопик вышел нас третевать. Прыгает и пинается. Ах ты, какашка такой. Прям вообще радуется. Вот. За сегодня много чего засняли. Чапик меня в ногу, в коленку, в обратную сторону. Тебе монтировать да монтировать. Да, мне монтировать там вообще выше крыши. И, наверное, там вообще минут уже на 40. Уже. А еще у нас и завтрашний день, кстати говоря. Да. Да. Ну, завтра мы по минимуму будем снимать, потому что завтра мы отоспимся подольше, потом еще кушать приготовим и, наверное, будем снимать, точнее, играть и снимать для моего канала. Вместе с Ильей хотим поиграть, да, Зя? Да. Все, короче, мы пошли переодеваться, расслабляться. Может, даже что-нибудь запишем, посмотрим. Она меня тут лапает и обнимает. Он такой мягкий, тут я не могу. Пошли уже. Смотри, опять выкинул, короче, эту штуку. А так вот, смотри, какую радость. Смотри, смотри. Ай, ты лапочка какой. Давай, дорогу допрыгивай, я тебя схвачу. Давай, давай, давай. Ну все, пошли. Идем. Он идет еще хвостом марш. Day 2. Ребят, доброе утро. Всем привет. Мы только проснулись сейчас. 7 утра. Да. Короче. Сейчас будем пить кофе, чай, потом оденемся, пойдем на пробежку. Да, заряд бодрости. Угу. Так, вот такая погода классная. Солнышко светит. Да, но особо умные люди заметили, что секундная стрелка не бегает. А мы думали, мы реально в 7 утра встали, что ли, сейчас? В воскресенье в 7 утра, чтобы побежать куда-то. Нет. Мы на самом деле, мы уже давно проснулись, мы просто... Валялись. Да. Да. Сейчас кушаем, пьем чай, и потом будем готовить, наверное. Да? Да. Что-нибудь приготовим. А еще мы хотим фильм посмотреть. Ты подписку показываешь. На, смотри. Смотри, какая она. Мы еще фильм хотим посмотреть. Темный рыцарь. Темный рыцарь. Темный рыцарь. Он хочет. Алия, это ее потом будет хотеть. Очень будет хотеть. Да, будет. Да он не такой интересный. Темный рыцарь? Да. Это про Бэтмен. Я знаю. Он классный. Он такой старый. Ну ладно, давай. В общем, ребят, мы посмотрели... Три. Мы сказали, что «Железный человек 2» посмотрим, потом посмотрели «Мстители» и еще и «Джуманджи» посмотрели, вторую часть. А, да. Мы, короче, три фильма посмотрели, покушали мороженку, сейчас еще
Алия будет делать ногти, и потом будем готовить кушать. Хотим приготовить супик. Вот. Ну, на этом влог мы будем заканчивать, потому что и так достаточно вчера много всего сняли, и сегодня уже будет не так интересно, и не так уж и много всего. Вот. А я буду все это время монтировать. Может быть, если у нас останется время, силы и желания, мы еще поиграем на другой канал. Ну, в смысле, на тот канал, видео что-нибудь снимем, да? Но это будет видно, пока что не этот. Чапик тут лазит. Спасибо, что загородил меня. В общем, ребят, кто еще не подписан, подписывайтесь. Ставьте лайкосики, либо дизлайки. В общем, оценивайте этот влог. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр. Всем пока. Пока. Чапик, скажи пока.